Винодел французский, Мишель Порн, по-моему. Он начинал собирать все, начал с мотоциклов, велосипедов, кончил истребителями. Где, кто остановит вас? Совхоз имени ОГПУ Коми. Ну как можно выпустить из рук? Перед мальчиками ходит пальчиками, перед взрослыми людьми ходит белыми грудьми. А вот поди теперь пойми. А у вас есть аптеки? Он на нее смотрит. Это дело в женевском суде происходит. И говорит, ты что, охуела? Нормальная реакция человека. Он коммерсант. В русском понятии. Но не в швейцарском.